Перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Давайте, типа, смотрите, короче, план. Если никто не зайдет, то это будет, типа, просто видос. Если хоть один человек зайдет, то мы, типа, с ним будем пиздеть. Это охуенный план. Пау-пау-пау. Время. Время. 2:11. Мы посмотрели фильм «Конченое», «Конечное» и «Дэдпул». И мы ждем зрителей. Время 2:11 на трансляции. С вами Сойер. Я пиздец в Дрободан. Но я... А, ладно, это секрет. Пойдем в Полушку. В Полушке охуенно и тепло. Один зритель. Не знаю. Сейчас мы найдем моих чуваков. Они куда-то пропали. Помахать, помахать. О, вот мои чуваки, смотрите, смотрите, это моя банда, это моя крю. Нас смотрит два человека, помашите рукой им. Еее, ништяк, здорово. Ну, короче, я типа в адеквате, нет, точнее, они в адеквате, а я нет. С кем ты? Это, смотри, с кем я. Ты кто? Наташа. Это Наташа, она охуенная, просто пиздец. Ой, вот так вот все. И мне кто-то помахал еще при этом. Сейчас на меня так только кассиры смотрели. Ебанута, когда я заходил. Вот это... Ой, похуй. У меня час... У меня два... Три зрителя в 2:00 ночи. Это вообще как? О, они уже что-то покупают. Четыре человека. Салют, салют. Записываем номер карты. Скажи свой этот CVV-код или как он называется. Я хотел облизать палец, но не гигиенично. А где Илья? Он уже на улице, он же дурак, что ли? Тут же тепло. Я дурак, но я пьяный дурак, и мне хорошо. О, Илья, иди сюда скорей. Иди сюда, здесь 4 зрителя. 5 зрителей. Это Сойер. 3 чела, 5 челов смотрят. Йоу, передай привет моим зрителям. Смотри, я Сойер, я охуенный. Я же не голод, не голод. Окей. Передай привет мне, голубям. Привет, голубям. Привет, голубям. Пошли нахуй, пидоры. Ёбаный пием. Пошлите скорее это, ну, спать или что там, я не знаю. Вообще, как бы, белые ночи и какие нахуй спать. Алло, уже 4 человека. Ты в Питере? Нет, я в Саратове. Мы просто нет, нашли... В нет, в Питере. Не... Ой, нет, в Саратове. Не слушайте их, они не слушают. Смотрел видос команды Окси, да? Смотрел этих петухов. Ну, типа, там ничего нового. Тигр! Пау! Да я сам в ахуе, смотри, 3 человека, блядь. Это я ботов с телефона накрутил. Ой, Мака, ну иди с ним, короче, поебать. Мне хотя бы руки свободны. Качество говнище! Ну это же не айфон, алло. Да похуй. Версус давно, Олег молодец. Вот, вот, правильно. Звезда Ютуба! Саратов, с кем будешь первый батл? Олег, у тебя спрашивают, с кем будешь первый батл? Ты я буду батлить с Оксимироном, потом с этим. С Ильей Буриным. Он охуен... Илья Бурин пиздец, нахуй, непроходимый персонаж. Вот. А потом уже посмотрим, как ресторатор отреагирует. Ну, так и сделаем. Или нет. Вот. Блять, а где Настюша? Белые что-то ночи. Знакомьтесь, если что, этот телефон держит Наташа. Она подрабатывает держалки телефона у Сойера. Держалкой. Бесплатный оператор. Возьми на себя вот. На себя ношу. Вот так, вот так. Как миксить тебе? Кто? Микси. Микси петух ебаный.
Какая улица? Проспект Стачек. Или это не о том? Какая улица? Приезжаем. Приезжаем. Приезжай и решим все вопросы нахуй. Стопхам СПБ заменяет, пиздец. Улица нахуй. Что, где мы находимся или где они батлят? Мы батлим на улице Рубинштейна 48. Кто такой заяц? Я в душе не ебу, кто такой волк. Какой заяц? Заяц-волк. Бля, Илюха съебался вдаль прям. Илюха! Илюха, помаши рукой. Помаши рукой, там Микси смотрит на тебя. Да. Скажи все, что ты думаешь о Миксе. Да не слышно. Дай. Стачек. Да, Стачек. Илюх, как думаешь, Миксе это реально Запад? Или это, Восток? Ну, или это Восток? Я думаю, что Миксе делает лучше, чем 40% всего рэпа. Миксе делает лучше, чем 40%. Да. Он рупа. О, рупор. Так он будер или будер? Будущий или рупор? Бутер-мутер, как халям-балям. Блядь, слышал, Микся? Это тебе, блядь, не на отжимание отжиматься с ресторатором. Это, да, это, блядь, нахуй пиздец. Так, Стачек, вы что, в Петергоф едете? Да, мы едем в Петергоф, хули нет. Сейчас бы в 2 часа ночи в Петергоф не ехать, ну пиздец. Мак, лови машину. Так, ой, это какие-то приглашения. Пошли нахуй. Где? Ты чё, ебанулась? Смотрите, это я, такой красивый. Два зрителя. Охуенный. Или... У кого коньяк? Естественно, никто не будет смотреть, я к этому и стремлюсь. Там вот наши лица показывают. Бля, 15% зарядки, пиздец. Ты на Автово живешь, что ли? Я на Автово живу, что ли, или нет? Нет. Илья говорит, что нет. Если Илья говорит, что нет, то значит нет. ПМа вынесешь? ПМ лох ебаный. Я уже сказал это раз и скажу это второй раз. ПМ лох. Бля, если, короче, смотрите, если этот видос запостит себе рэп-перископ, то их канал, короче, ну, канал петухов. Опа, опа, вот так вот. Все. Нихуя ты рифмуешь. Коньяк действует, да, Мак? Оп, оп, дай мне тоже коньячка. Охуенно. А что это за коньяк? Это самый дешевый коньяк за 400 рублей из каруселя. Видите, написано? Что там написано? Монте чо? Мак, прочитай, я не вижу как ногами. Монте чоко. Монте чоко. Пошли дальше тусить. Ой, как он мерзкий. О, на. Ты, главное, не проеби коньяк, сок, ты похуй. Когда батл первый? Батл первый... Ты не спали, еще не было, она врет. Она несет хуйню какую-то непонятную. Не-не-не-не-не-не-не. А, отборочный уже был, он уже выложили видос. Ой, я там батлю с этим. С петухом, короче, со школы. Летай. О, не, какой летай, пиздю. Майлз, естественно, Майлз. 5% зарядки. Бля, алкашня. Написал. Сами хуй пойми, кто, блядь. У меня день рождения. У нее день рождения, значит, можно быть алкашней. Бля, алкашня Олег. Алкашня Олег. Я запомнил. Ты, короче, в ЧС. Не турнир. Да. Подбрось ее, подбрось. Чисто подбрось ее. Я ее перед Викой прям ударил и... Не турнирка. Завершить. Бля, они ушли. Какая-то залупа. А кому я собрал вот этот превосходный букет? Кому я собрал букет? Арина, я собрал тебе превосходный букет, но так как ты в Саратове, а я в Питере, есть, ну, типа, возможность разъебать этот букет ногой. Вика, кстати, ну, это, не согласна, походу, с этим мнением. Ты не согласна разъебать букет ногой? Пьяная Наташа. Пьяная? Что? Она завтра удивится немножко оттуда. Она вообще охуеет. Так, стоп, Лунибэк, топ. Я Маку прибавлю, уже 4 человека подписалось на Макарчук. Я, по-моему, вообще, ну, типа, охуенно здесь.
пошлите в Макдак. Там кто-то написал: Вики, подари. У вас уже утро. Так, Оля предлагает подарить букет Вике, а какой-то ноунейм предлагает подарить букет утру, потому что уже утро. Да ты теряешься. Я теряешься? Стоять нахуй. Мы проебали цветок, но мы же не пидоры, чтобы не поднять его. Поэтому мы подняли цветочек. Все, у Мака, то есть, ну, первоначальное количество цветов, которые мы подняли. У вас уже утро. Да нихуя у нас не утро, у нас еще вечер не начинался. 21:00 сейчас по времени, по московскому. Фух. Как я устал, блядь, стримить уже, ебать. Вот эти вот владельцы айфонов. Зачитай текст батлов. И йоу. А с кем я батлил? С Майлсом. Подожди. А кто это написал? Зачитай текст батла. Подожди. Надо реально это... Ну, я тоже вижу. Надо реально вспомнить. Так. Лёня, научи записывать заявки так, чтобы с видоса с менторов её срезали как скотину. Если вы думаете, что это пиздец оригинально, давай представим себе такую картину. Итак, пока мамка не видит, наш австралиец пробирается на кухню с папиной сигой. Не открывая окна, начинает курить. Нет, там как-то дурака было. Ну, похуй. С закрытым окном. За такое в семьях принято пиздить. Шапку в помещении нужно снимать, неважно, это днем или ночью. Вы спросите, что происходит за хуйня. Он записывает такие вот строчки. Из этой свинины самой горячей будет твоя доза свинца. Ага. Тогда среди этой говядины самая... Да пошли вы нахуй, блядь. По-моему, Наташа должна добавить. Мак, стой! Ну вы поняли. Вика, привет. Тебе Оля пишет. Вика, привет. Ты тоже пьяная? Блядь, мы вообще в полнейшее говно. И на самом деле трезвый только Илюха. Ну Илюха съебал давно. Хуй пойми куда. И поэтому мы все в говно. Оля, приезжай, спаси нас, пожалуйста. Е круто. Кто-то написал Е круто. То есть кому-то зашло вот это вот пиздец. Фух, 5 зрителей. Блять, просто как бы понимаешь, что вот эту вот хуйню запустит канал, который типа рэп-телескоп. Ой, телескоп. Перископ. А у них там зрители, ну типа, ну, не знаю, 1000 человек. Согласен. Кстати, ребят, если вам нужны новые знакомства, пишем типа, заходим в профиль Олег Родин. Олег Родин — это я, великий Сойер. Вот, ищем там Наташу Макарчук. Наташа Макарчук — заебись деваха, но типа не такая, как Олег Сойер. Вот, и все добавляемся к Наташе Макарчук. Вот в чем суть, как бы. Эти факи, по-моему, показывают. Да мне похуй, что она показывает. Главное, что подпишись на ней в первый день 100 человек. И она типа такая, типа, нихуя себе. Типа, нахуй факи, когда можно, типа, ну просто принимать заявки в друзья. Вот. И это пиздато. Подождите, стойте, давайте обзор вот этого телепузика, телеавтобусика. Что это? Ты видишь марку автомобиля или нет? Я до сих пор ее не вижу. Это, по-моему, Мерседес, нет? Нет, нихуя. Подожди, 404. Это какой-то, блядь, олень на фоне. Ладно, это очень неудачный обзор, короче. Что это? Электрик? Вектор, да. Я думаю, что мои подписчики не знают, что это за марка автомобиля, поэтому давай узнаем марку автомобиля трамвая. Причем смотри, какой он смешной. Там что-то написано «моечный». Реально моечный? Да. Топливомоечный. Охуеть, что за трамвай? Блин, надо сфокусировать. Давай, простите, что я икаю. А как приблизить? Там холодно? Нет, Оля, здесь охуенно. Никакая мотка. Холодно. Что происходит? Не знаю. Вика что-то делает, блядь, с моим телефоном, но что-то она делает. Когда они пьют, помахать. Мы машем.
где мой... А, вот телефон. Служба пути, топливо моечный и все. Ну, поебать, поехали на топливо моечном. А где я это? Они дорогу пришли. Куда они дорогу пришли, блядь? Пошли тоже перейдем. Мы идем посередине дороги, и нам похуй. Потому что я не знаю, как сделать так. Блять, я какое-то меню вызвал. Подожди, сделай сама так, пока машина не едет. Не-не-не, стой. Иди обратно. Я готов с цветочками ворваться, выйду никуда. Но! Отдай мне телефон, блядь, я хочу сам снимать. Я сам себе режиссер. Поскольку стал на трамвай, блядь. С топливом. Вот. Все, дай мне телефон, я буду снимать дальше. Ты медленно ходишь так. Мне далеко, но у меня свое это спецшоу. Дай! Дай телефон! Телефон! Все, давай сюда. Мы это смонтируем так, что типа ничего не было. О. Так, а почему фейспалмы на меня? Вика, беги! Долго писали текст на Сайфьер. Текст на Софьер писали, блин, ну, последний день, наверное, максимум. А как перевернуть камеру? Так, я уже нашел. Все, заебись. Я все видел. Ну, просто, смотрите, почему Микси может делать трансляцию на час и нести хуйню, а я, типа, с цветами не могу идти и, типа, час нести хуйню с цветами. Это же охуенно. Просто Микси петух, а я нет. Как бы, это же понятно. Да, вот то же самое касается Летая, Династы и прочих МакКофи из Украины. Вот. Мы же охуенные. Ну все, Вика сказала, да, так что пошли вы нахуй. Ёбаные украинцы. Ой. А где Илья? Илья типа впереди. Илюха! Блин, он почему-то не остановился. Это странно. А что написали? Он в трансляции вас хуесосил. Так он петух, поэтому он и хуесосил. Как бы оправдаться-то за поход в Рибок всем надо, но сейчас бы в Рибок ходить. Ну, пиздец, как бы. Ладно, если бы еще Оксимирон не был амбассадором Рибока. Ну, типа, можно сказать, типа, что, ну, ребята мозгами попутали, зашли в Рибок. Ну, типа, но, блядь, когда Оксимирон там, блядь, амбассадор, сейчас бы в Рибок ходить, реально. Ты бы купил что-нибудь в Рибоке? Скажи, что нет. Нет, она бы не купила ничего в Рибоке, потому что Рибок это, блядь, фирма для зашкварцев. Нахуй его надо, ваш ёбаный Рибок. Ой, кошмар, кошмар. А что написали? Бля, короче, буду в МСК, забухаем, еще на секторы пиздел. На секторы пиздец, это вот как тебе вот, как бы завтра Пасха, а вам говорят, типа, Бога нет. И ты такой, типа, пизда, ну все, типа, надо убивать. И ты убиваешь, вот так вот, и за сектора. Фух. А чей это айфон вообще? Прохожего. Мы отняли у кого-то айфон и везем трансляцию. Потому что я несу цветы, и мне съеби. А кому я их несу, напомни. Никите. Либо Никите, либо Илье. Несу цветы. И цветы это охуе. А почему все разделились? Что? Почему все разделились? Потому что я охуенно быстро хожу. Смотри, как мы сколько много прошли. Смотрите, сколько мы прошли реально. Так это что, это ебаный SE? Да. Так это же заебись, я тоже куплю себе SE и буду так же выебываться на всех. Сколько она купила за SE? 18. 18, я тоже куплю за 18. Что? Или поменьше. Или поменьше, чем 18, но я тоже куплю себе и буду выебываться на всех в трансляции. Так. Стоп. Мы в Москве виделись. Хуй знает, кто написал. Потом написал Оля. Написала. Оля, кинитки. Чего? Ну, типа, кинитки. Стой.
А как ты имя подал? Кенита? Нет, стоп. Никита? Еще раз скажи. Никита? Никита, вот точно, я думал Кенита, думаю, сейчас заебал это имя. Ну все, значит, Никита получает сколько там денег, которые мы разыгрывали. Точнее, не мы, а, конечно же, Смоки Мо. Потому что сейчас бы я еще деньги разыгрывал со своей зарплатой. Сам должен. Вот именно, да, как бы я уже должен кусков 5. Смоки, пожалуйста, это, ну, визуализируй мне 5000 хотя бы. Я долги раздам. Кенита, Никита. Пиздец он, блядь. В субботу... Это кто? Спроси у Тёмы. А, какой-то Тёма должен шарить, когда выйдет фрешблат. Я тоже не знаю, никаких Тём, так что, Оля, твоя это сообщение хуйня. Вот. Это так Мак передала. Причем мы никто не знаем, где Мак. Где? Я не уверен, что это Анита, что я сниму лучший медицинский центр. Фух. Все, на, я устал. Я так целый букет цветов дарю, я уже устал его 2 часа нести. Во сколько мы там? В 1:20 кино вышли, я в пусках, ой, в пусках, в дворах пусках, блядь, пусках. Ну, мы это вырежем, короче, и оказывается, что я целых 2 часа в дворах искал вот эти вот ебаные цветки, чтобы подарить Смоки Мо. Ты, главное, перед этим выйдешь. Уже Смоки Мо. Ну, естественно, Смоки Мо. Кому же еще мне не дарить, если все остальные меня кинули? Вот. А нахуй спать ложиться? Подождите, сейчас сколько времени? 4. Нихуя, сейчас 3:50. То есть можно уже и тусить. Так туси. Поехали на крабик плавать. Ну, короче, как бы вот ты вот, ну, проснулся, взял плед такой, укутался и плывешь на корабле. И типа, и сочиняешь, как там, в душе какой-то ебанутый сочиняет свою книжку про мужика ебанутого, который топором бабку убил. Это не Обломов, это Раскольников, ну вы поняли, да? Oh, think about it. Вот. Все, я пошел к духу леса. Ой, бля, завтра Гришановой вставать какую-то хуйню. Блядь, Гришанова. Да ты заеб... Чё ты меня снимаешь? Чё ты меня снимаешь? Снимай их. У них по-любому жизнь насыщенней. Вот. Смотрите, реально же птички чирикают. Это охуенно. Смотри. Все, давай танцуй. Шаги. Мы завтра точно так же в 17:03 будем отжигать. Как вы хотите. Только уже я вас буду снимать. Не, вот как птички чирикают, это охуенно. Я надеюсь, типа, Илюха сейчас проводил Мака, но не съебал хуйку никуда. Потому что у него есть деньги, и мы можем покушать. Нет, ты покушаешь. Причем бесплатно в Бургер Кинге. Мне уже еще 300 баллов. Илюха, ты где? Я хочу есть. Жигало. Ты реально какой-то соловей, блядь, поёт. Вам вообще какой-то укроп достался, вы понимаете? Да все, хватит снимать. Ложись уже спать. Какой должен быть.